Снова я начинаю новым. Снова у меня все заново. А, уголь. Я тут тупил по-страшному в прошлом видео. Я вообще забыл про вот этот терминал хаба. Вообще альтернативный железобетон. Блочно-модульный каркас. Вот он, обогащенный уголь. Зачем-то здесь просто уголь, прессованный уголь. Чтобы его сделать, нужно просто 100 угля сюда принести и все. И все. И у меня он появится в производстве. Так, это все, что у меня не влезло в склад. Взять все. Так, это мы сюда. Каждый... Блять, что происходит, а? Каждый раз одно и то же получается у меня. Так, что нам нужно метнуться, быстренько 100 угля привезти. Где ближе будет? Здесь что мне сделать? Делается порошок, туда уголь доставляется. Да, значит... О, порошок, блядь, порох. Хрена себе, порошочек, блин. Таким постирать. Охренеешь. Что здесь порох чуть, по чуть-чуть по баночке едет? На супербыстром конвейере по одной баночке ездит. Так, у нас уголь соточку берем. Там сейчас быстренько все наполним. А что, у меня ресурсы есть? Так... Ленту ускорить. Да, по-моему, тут и так все успевает доставляться. Надо прессованный уголь делать. Надо делать прессованный уголь. Сейчас пока я поставлю... А, он у меня сразу исследуется. Что я его поставлю-то? Мне надо дальше производство делать. Потому что даже той же МК-3, чтобы там на уголь поставить, куда я хотел в прошлый раз делать, мне нужны эти турбомоторы, или как-то так они там называются. Ну-ка. Ну, даже не вылетел, не залагал. Так, так, так. Оп. Бададыч. Бададыч сказал. Чё мне тут еще осталось вообще неисследованным? Альтернативные стальные винты. Винты из стали. Ну, это просто винты. Но делаются из стали. Интересно. Так, железобетонно-промышленная балка. Блочно-модульный каркас. Мне все производство переделывать. Это я не хочу ничего этим заниматься. Катерийный компьютер. Я и не помню, из чего обычно делается. Не буду заморачиваться тоже. Так. Хотя он, возможно, по производству будет лучше. Блядь, да что происходит-то, а? То вагоны без поезда, теперь поезд без вагонов. Понятно, мне, короче, надо будет разнять эту дорогу. От той. Либо от той станции просто отсоединить ее, наверное. Не, я полностью отсоединю все. Это мы сделаем потом. Рецепты. Детали. Что я смогу сделать из прессованного угля? Для чего он мне вообще нужен, интересно? Сюда не надо его ничего принести, там исследовать. Нет. Что он мне дает? Я пока слабо себе представляю, что он мне дает. Может, все-таки его пока нету еще. Так, я не пойму, поезд, он возит что-то или нет? Потому что в прошлый раз он что-то разгружал. Хотя вагоны где-то были в другой стороне, они просто как бы тупорылили. Но поезд все как надо возил. Что это у меня тут? А, у меня тут топливо излишки. Воу! Так, ладно, что нам... Кстати. Этот здесь, этот здесь. Что, у меня вагоны сейчас сами по себе приедут сюда, нет? Они хотя бы не разгружаются. Когда левый вагон сюда приезжает, он хотя бы не разгружает. Не того, что мне нужно.
Так, рецепты, детали. Что у меня теперь надо делать? Резина, топливо, все подается. Микросхемы. С чего я буду делать микросхемы? А, пожалуй, буду из резины и вот это делать сразу 15 в минуту. Так, это по-любому мне нужен будет ассемблер. Я же правильно понимаю? Ну-ка, давайте посмотрим, в ассемблере микросхемы делаются, нет? Да, не делаются в ассемблере. Но, так как у меня здесь складов очень много, ресурсов очень много, мне надо это делать где-то далеко от склада, чтобы у меня проблем с транспортировкой ресурсов не было. Я не знаю, как я это буду делать. По ходу действия разберемся. Но это будет явно проблем меньше, если я чем начну где-то там строить. Там сколько у меня места, охренеть, просто под конвейер занял. Так. Сколько у меня ассемблеров? Давайте штучек 5 поставим. Все, у меня все ресурсы здесь есть. Ага. Мне сейчас надо будет летать. Я сейчас не буду, наверное, ресурсы с запасом брать. Потому что у меня и так вечно проблема. Склад завален. Инвентарь, то есть. А, ну, вот так возьму, чтобы вот один этот слот они занимают, и все. Так, что у нас теперь? Проволока. Пошли проволоку смотреть. Проволока у нас здесь. По-любому мне на провода еще пригодится, так что возьмем. Так, микросхема. А это можно такой прям в ряд и туда фигачить. Нет, все, отбой. Катерийная руда. Хотя, подождите. Катерийная руда. Не, нормально, как раз сейчас сделаю микросхемы, компьютеры, это у меня уже готово, нобелевские патроны, и как раз Катерина Руда, я туда ближе подойду. Все, делаем 5 ассемблеров. Так вот, как-то так. Под поезд чуть-чуть места оставляем. Ну, давайте где-нибудь отсюда начнем. Тихо. Да что ты... Во. Так, это... А, у меня ресурсов... А, нет, хватит, я же больше взял. Чё, главастик опять один приехал? Да. Куда вообще вагоны делись? Раз, два, три, четыре. Ну, я потом, после видео-то, займусь железной дорогой, поездами. Думаю, сейчас я этим заниматься не буду. Так, что мне надо сюда подводить? Резину и проволоку. Давайте сразу укажу. Так, мне еще сюда надо будет электричество подвести потом. Откуда-то взять. А, я от этой станции его и возьму. Оно мне там ни к чему не подключено. Так, Катерина. Какая нахрен Катерина? Резина и проволока. Так, проволока, не вижу проволоку, вот она проволока. А, ну, наверное, слева направо, но у меня все пойдет. Хотя в идеале бы мне, конечно, справа налево вдруг расширить мне надо будет микросхемы. Так, чё ж, хватит мне 5, не хватит? Да хватит, там, по-моему, микросхемы не так много куда нужны. Так, проволока у меня вот отсюда выходит. Как бы мне тебя пом... А, блин, у меня же опять тут все слетело. Так, электричество, столб вот этот, оптимизация. Это 3, это 4, 5, 6, 7. Ну, пока хватит. Давайте вот так вот помечу. Это просто я поставил, чтобы потом знать, какой мне выход нужен. Так, и резина. Стоп. Резина. Резина у меня же здесь. Точно. У меня же поезд ее возит, который у меня тупо рылит. О! Вагоны приехали. А, он и поезд едет. У вас это, в догонки играете там? А, кстати, может они там со временем доедут до того, что они все-таки столкнутся и соединятся назад? Так, здесь есть второго. Но это, конечно, в порядке бреда.
Это, конечно, в порядке бреда. Так, раз, два, три. По максимуму сразу отводим. 4. В принципе, пофигу, это отсюда подведем. Бля, что с мышкой-то сегодня? Я удалил, блин, начал камерой крутить. У меня есть универсальный скан. Так, раз, два, три, 4. Нет, мы сверху. Так. Мне надо, чтобы потом еще мог куда-то разветвить. Не забыть про это сделать. Потому что по-любому еще на дальнейшее производство это все пойдет. Поэтому разъединитель мы ставим вот так. Так, стоп, я посередине поставил. Да, посередине. Что у нас? А в эту сторону? Так, отсюда у нас он пойдет сюда. Чтоб налево мог уйти. Чтобы я потом мог этими же разветвителями пользоваться для продолжения подачи куда-то ресурсов этих. Так, это у нас вниз все правильно. А это у нас наверх. Так, и... Я уж думал, что-то я не туда поставил. Это, блядь, ебучая мышка тупорылая. Новая, кстати. Месяц, наверное, всего. Обычно годами держится, а тут на тебе, блядь, купил. Причем хорошую купил первый раз. Обычно дешманский брал. Там по 200 рублей, и они годами работали. А тут что-то пошло не так. Так, до сюда стол дотянется, где-нибудь здесь его воткнуть. Надо бы сначала, конечно, попробовать, дотянется он или нет. Ну, будем надеяться, он там не будет мешать. Если будет, мы переделаем. А чё я? Я же могу от него и подсоединять. Ты мне вообще, по идее, не нужен. Ну, будем плясать вокруг него, если что. А вот здесь я построю склад. Склад готовой продукции. Два склада, чтобы выход был сюда и потом туда выходило. Продолжение, грубо говоря, было. И пускай побольше запас сделает, пока у меня не требуется. Снизу не буду, вдруг мне пригодится здесь позаду куда-нибудь пустить эти. А, кстати, мне, по-моему, пригодится. Компьютере делать рецепты, детали, резины, микросхемы, компьютеры. Да, как раз у меня позаду пойдет, а вперед это там, если куда-то еще не пригодятся, пойдут ресурсы вперед. Так, здесь у нас получается соединитель нужен. И вот этот последний. Тут хреново, что ресурсы сразу начинают идти. Кстати говоря, о ресурсах. По-моему, у меня вот там на складах были ресурсы. Какими бесит, а? А у меня сейчас из нефтепродуктов уже начинают ресурсы идти. Мне по-любому надо сейчас поезда настраивать. То я сейчас без нефти останусь. Соответственно, без ресурсов, которые из них идут. О, уже 11 штук. Так, где у меня тарантайка? Грузовичок там у меня стоит. Сейчас я быстро туда съезжу, привезу микросхемы. И мы с вами продолжим.
У меня там было совсем мало микросхем, я еще и компьютеры все прихватил с собой, которые там были. Так что мне даже грузовик мне не понадобился. Микросхемы сразу все сюда закидываю. Тут прям хорошо производство пошло. А для компьютеров, насколько я помню, мне нужны... Я не помню, как они называются. Да, 4 ресурса. Оптимизация производства. Изготовители мне нужны. Вот что мне нужно. Блин, сколько мне их где... А, у меня ресурсов нет на них. Давайте 3 штучки, наверное, сделаю. Хотя у меня там... Не, 2. 2, 2, 2 хватит. Так, где? Вот они. 6 штук мне надо взять. Все. Теперь сейчас будем сюда подводить ресурсы. Так, наверное, по переду выравниваю же я все здесь. Оп. Какая я хрень. Она аж строится долго. И оп. Кстати, лифт построить. Может, там я что-то пропустил в обновлениях, а там что-то интересное есть. Так, а что мне здесь делать с разветвителями? Что мне вообще сюда подводить? Указываем компьютер. Здесь указываем компьютер. Пластмасса, винты, кабель, микросхема. Микросхема это мы сейчас отсюда возьмем. Это хорошо. Да, ну, что-то мне почему-то кажется, у меня тут сейчас такая путаница начнется вот здесь с ресурсами. Ну, кстати, говоря, я, наверное, знаю, как мне сделать, пока я немного сделал. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Фу, 19. Блин, это много. 19 этажей вверх. И они все вот так вот в ряд идут. Ресурсы. Хотя я могу на 2 разделить по 10. С него, с этого ряда спускается и туда. Да, передний будет 9, нижний пустой будет. Во, все, я придумал. Так, что мне надо? Блять, сейчас что-нибудь лишнее удалю. Давайте вы заезжайте туда. Я сейчас здесь такой мини-конвейер как бы сделал, с которого ресурсы будут подаваться. Вот это все мы удаляем, получается. И вот это. А вот это я, наверное, оставлю. Не лагай, блядь. Бесишь. Так, что мне для этого нужно? Мне для этого нужно много цемента, трубок и пластинок. О, это укрепленные. Необычные пластины нужны. Так, 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 так. Как это сделать? О, твою мать. То, что я задумал. Из этих всех складов, грубо говоря, соединить надо в одну и поднять наверх и туда дальше, чтобы она шла вся эта конвейерная лента. Одна большая лента. Что все ресурсы проходили от начала и туда до конца. А, ну мне тогда, в принципе, эти надо будет переделывать. Давайте сразу все удалю. А, блин, что-то не понял сначала, что такое черное. Там направление надо будет поменять. Угу. Все, у меня что-то уже не влезает. Да, блядь. Я, наверное, сейчас ресурсы раскидаю по складам и возьму только то, что мне нужно.
что это хрень. Это полная хрень. У меня склад забит не пойми чем. В смысле инвентарь. Так, порох нет. А я как я сюда забью? У меня здесь склады забиты. Ладно, разберемся сейчас по ходу действия. Так, как мне это сделать? Ладно, начинаем. Давайте вот здесь два конвейера, это будет в ту сторону идти. Так, здесь хватит разворота, хватит. Раз, блять, раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Там рупор 3,5 был. Раз, два, три, четыре. Пока может хватит. Или ладно, раз, два, три, четыре. Четыре же, не пять я пропустил. Раз, два, три, четыре. Да. Все, здесь у меня вверх пойдет по 10 ярусов. И мне также надо здесь в обратную сторону это все сделать. Чтобы у меня, получается, из каждого склада ресурс врезался в эту ленту, и они там шли. А там из нужной ленты у меня спускалось... Ой, короче, я это не объясню. Мне это проще сделать. У меня, получается, будет конвейер из склада идти. Из склада каждый ресурс будет выходить и идти на, грубо говоря, общий конвейер. Но чтобы они не перемешивались... У каждого ресурса будет свой этаж. Конвейер как бы общий, в 10 этажей вверх. Два конвейера будет идти. Вот как-то так. Так, а два рядом я сделал. А, ну я могу здесь спуск, грубо говоря, сделать влево. И пошел этот ресурс. А здесь спуск вправо, и ресурс также туда же пошел. Во, и ресурсы также... А, и там мне надо будет везде делать разветвители. Вот, я придумал. Мне надо делать вот эту конвейерную ленту, как я делал там, с теми ресурсами вначале, из разветвителей. Да, блядь. Грубо говоря, я начинаю здесь все это соединять в одну и нагромождать там вверх до самого потолка. А первый этаж мне, получается, надо пустым оставлять. Все равно. Иначе я справа не смогу сюда подгружать. Иначе мне придется как-то кормоздить. Все, получается, вот они, мне ресурсы будут идти. Нужный ресурс Ренакса из разветвителя вышел по вот такой вот фигне. Он вышел, вниз спустился и пошел на линию уже здесь раздачи. А дальше из разветвителя он по ленте туда дальше пошел к следующему. И у меня не будет здесь нагромождений. Прям вообще прям не будет. Бомбяу. А, если у меня ресурсы два попадут. А, да, я все равно спущу. У меня просто получится их одна чуть подальше. Все, понял. Все. Сейчас будет все огонь. Так, здесь, чтобы завернуть место, оставляем. Здесь у меня, получается, их будет 9 проходить. 10. Одна пустая и 9. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну и здесь можно прям вот так, наверное, ставить. Раз. Так, давай ты мне не будешь перекручивать. А, можно даже не считать, что у меня они... я трубки взял. Фу, блядь. Так, пойду я склад сейчас сделаю. Выложу компьютеры. Компьютеры. А то мало кто-то подумает, что я так реально говорю. По сути, мне там даже склады эти можно было не делать. Хотя нет, надо. Чтоб я мог там ресурсы брать. Так, что мне надо? Все прям сюда складываем.
Не так много, но тем не менее освободит. Пускай пока катаются там. Так, 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 так. Разъединители. Разъединители. Мне нужны кабеля и пластины. Трубки. Винты. Давайте еще одну пачку возьму. Пока что мне хватит. Городушки. Блин, я с этой стороны не вижу вход откуда. Оп-оп-оп-оп-оп. Вот. Так, здесь я, грубо говоря, сделал. Все, у меня здесь два ресурса сейчас выйдет, пойдут туда. Если они будут оба с одной стороны попадут, значит, короче, потом увидите. Так, а далеко мне нельзя, у меня лента не протянется. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Давайте вот на этом стыке. Так, я как там делал? А, у меня же там лент, этот, линия есть. Так, прол что ли мешать, не пойму. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, я сейчас здесь пока будет все. Я сейчас начну здесь делать подводить. И, грубо говоря, на примере, чем здесь делается. Микросхема делается. На примере микросхем покажу, как это будет работать. Блин, мне сейчас сколько алюминия надо. Блин, гребаные провода. Так, главное сейчас все попасть куда надо. Вот. Не успел сказать. Странно, что мне провода мешают, конечно. Да, блядь. По проводам перепрыгивает. На провод натыкаешь, наводишь курсор, он перепрыгивает не туда, куда надо. Так, здесь я низ оставляю. Так, а если мы подальше отойдем? Так, получается, через одну перепрыгиваем. Так, у меня 19 складов. Если там один достанет, добавится выше, дальше, то еще один ряд выше построю. Ага. Это хорошо. Здесь-то я оставил проход сюда. А здесь-то лента все равно идет. Блять, мне еще один этаж выше строить надо. Давайте я его с этой стороны поставлю. Воу. Один? Вообще что-то происходит странное. О. Все. А снизу у меня будет под ленту, если вот у меня из этого, чтобы вот отсюда спустился и здесь завернул и пошел туда. Так, здесь мне, получается, нужны соединители. А, здесь микрострубки нужны. Ну, грубо говоря, против этого склада сделаем. А, ну здесь у меня туда будет выходить, все правильно на меня. Так, а мне сейчас... А, ну так же, как там я сейчас сделаю. Так... Я что-то, честно, потерялся. Мне здесь вообще пофигу, как у меня будет что там выходить. Во. И здесь такой заворот будет и туда.
Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Как я внутри построил, не понимаю. Я уже думал, ресурсы кончились. Так, вот это 10. Все. В принципе, можно было... А, ну, зачем? Мне здесь не надо будет эти подъемы, спуски делать. Здесь могу просто вот из этого и в нужные сюда засунуть. Грубо говоря, ты пошла в первую, ты пошла во вторую, в третью. Ай, блядь. Так. Топливо мы оставляем. Резину мы удаляем, пластмассу мы удаляем. Не нужно мне это все. Первый этаж у меня везде остается пустой. Блин, у меня сейчас дотянется ли до самого верха? Не хватает средств. А, у меня здесь же, вот они, ящички с алюминием должны быть. Тут, правда, немного. А, все, перенажимал, хочется побыстрее собрать. Начинаешь тыкать не то, что надо. Хотя мышка сразу на это же. Так, все, все ящики собрал. Но мне этого намного не хватит. Давайте так. Зачатки мегатранспортера у нас заложены. В следующем видео мы уже прям его прям построим. Он уже будет прям вот уже функционировать будет. Подписываемся, ждем следующее видео, ориентировочно через пару дней оно, получается, выйдет после этого. Что там, лайки, комментарии, подписки, вся фигня. Спасибо за просмотр. Жду вас на следующем видео. Я думаю, мы изобретем велосипед, и у нас будет крутой транспортер. Не будет лишних никаких этих транспортных лент. Все, спасибо, пока за просмотр. I tried so hard and got so hard.